Для высоких и плетущихся комнатных растений нужна опора. Сейчас я покажу вам, как из простых материалов сделать красивую опору. Мы такую используем для монстер, для потосов. Итак, начнем. Нам нужна пластиковая труба. Это сантехническая труба. Она 80 сантиметров. Вы можете любую взять. Толстая веревка. Клей. Поехали. Эта часть у нас будет закопана в горшок, и мы ее будем устанавливать до пересадки растений. Отступаем то количество, которое попадет в горшок. Ну, я думаю, сантиметров 20. И начинаем. Берем кончик, складываем его на трубу и заматываем, чтобы кончик зафиксировался. Я его удерживаю и мотаю. Этот кончик можно оставлять короче, тогда деформированная часть намотки будет небольшая, но он может выскочить. Эта часть пойдет вниз горшка, здесь будет растение, поэтому не будет видно немножко утолщения. И так продолжаем, пока не будет намотана вся труба. Почти готово, осталось закончить верхнюю часть. Чтобы веревка не распускалась, мы ее завяжем шпагатом и приклеим. Завяжем только последние несколько витков. Для этого верхнюю часть веревочки с одной стороны мы оставим снаружи, а вторую пустим под намотку. Вот так вот. Раз, видите, попало. Так, теперь вторую. Угу, смотрите, видите, под веревкой у нас она. Давайте еще один сделаем виток. Так, остальную часть приклеим. Сейчас завязываем вот эти вот три витка. Угу. Так. И остальное мы будем приклеивать. Сейчас вот это отрежем. Так. Все, последний виток необходимо приклеить и отрезать веревку. Приклеиваем прям к трубе.
Ну и хвостик получше приклеить надо, чтобы не торчал. Пауза. Итак, готово. Смотрите, какая получилась красота. Это легко, быстро, доступно. Делайте, пишите, что у вас получилось, присылайте видео или ваши фотографии, мы их разместим в сторис.